ჩვენ არ ქსიამოვნებს და არ გვახარებს ხშირად ლოცვა, მაგრამ ბიბლია ამბობს, ამიტომ სულიც გვეხმარება ჩვენს უძლურებაში. Зачастую нам неприятно или не радует нас молитва, однако же потому в Библии сказано, что дух помогает нам. Роца არ გველოცება არის სულიწმინდა, რომელიც არის ლოცვის სული, რომელიც აღძრავს ხოლმე ჩვენს გულებს და სასიამოვნო ხდება შემდეგ ლოცვა და თაყვანისცემა ღმერთის. Когда не хочется молиться, но есть дух святой, дух молитвы, который побуждает нас молиться, и тогда уже становится приятным поклонение Богу и сама молитва. ადამიანი თავისი ბუნებით კი არის რელიგიური ხორციელობა, რელიგიურობას ბადებს მაშინ. Человек по природе своей он-то религиозный, вот эта плотская природа порождает в нём религиозность. რელიგიურობას და არა ღმერთთან ურთიერთობას. Религиозность, но не взаимоотношения с Богом. წესებს და არა უფალთან სიახლოვეს. Уставы порядки, но не близость с Богом. Да, амитом хорц არ უყვარს თავისთავად, არც ლოცვა, არც дроис გამოყოფა ლოცვისთვის. А потому сама по себе плоть молиться не любит, не молится. Арцы парулис გამოხატო და ბევრი რამე არ უყვარს ჩვენს ხორცს. Не уделять время Богу, не проявлять любовь. Чем хорц елобас. И очень многое, что не любит плоть наша и плотское состояние наше. Магам ლოცვაში არის დამხმარე, რომელსაც შეუძლია წარმართოს ჩვენი ლოცვა. Но молитве есть помощник, который может управить нашей молитвой. ბიბლია ამბობს, ჩვენ არ ვიცით როგორ ვილოცოთ, არ ვიცით როგორ შეესაბამება, არამედ თვით სული იწევს შუამდგომლობას ჩვენი მხრიდან. Библия говорит, что мы не знаем, как молиться, соответственно, однако сам Дух ходатайствует за нас. როცა გადმოდის ადამიანზე ღმერთის სული ადვილია, მერე ილოცოს, იწინასწარმეტყველოს და ბევრი რამე აკეთოს. Когда Божий Дух сходит на человека, тогда человеку уже легко молиться, пророчествовать и делать многое что другое. მის გარეშე არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია და ასევე არც ლოცვის. А без него мы также ничего делать не можем, и также и молиться. ლოცვა არ არის ის, როცა ადამიანი წინასწარ გეგმავს. Нет, рандენი ხანი გაგრძელდება ახლა, რამდენი ხანი უნდა ვილოცონ? Молитва это не то состояние, когда заранее человек планирует, а ну-ка сколько продлится? Равилапарако да рандენი ვილაპარაკო? Молиться и сколько говорить, и что говорить? Лоцис дрос ну гегмау, эс лоцо арарес. Во время молитвы не планируй, это не молитва. Ну пикро бразеилапарако, раилапарако. Не обдумывай, не думай, что говорить. Радкмаунда роза сачируеба гакс уна უნდა იცოდე რა რაილაპარაკო იმ საჭიროების მიხედვით. Нет, конечно же, когда у тебя есть нужда, тебе нужно знать, что говорить соответственно. Маграм საერთოდ ღმერთი როცა ლაპარაკობს ლოცვაზე, აზრი ის არის ბიბლიური, რომ ღმერთის ნალაპარაკები აიღო და ისევ ღმერთს დაუბრუნო. Но вообще, когда Библия говорит о молитве, то это есть взять сказанное Богом и вернуть Богу же. Лоцва эс არის ღმერთის სიტყვა აიღო და ელაპარაკო ღმერთის სიტყვით ისევ ღმერთს. Молитва это взять Божье слово и Божьими же словами говорить к Богу. Роца влоцулот миси небесами цэрия изгвисменс. Когда мы молимся по воле его, он слушает нас. Миси небо миси сиტყვაში არის. А его воля в его слове. ლოცვა დაფუძნებული როცა არის სიტყვაზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ ღმერთის ნათქვამს იღებ საფუძვლად ლოცვისთვის და ისევ მისივე სიტყვიდან მას ელაპარაკები. Когда молитва основана на Библии, это значит, что Богом сказанное ты берёшь и Богу же самому же возвращаешь. ბევრი რამის მოგონება ლოცვაში არ არის საჭირო. Нет необходимости многое вспоминать в молитве. Да данарчени სულიწმინდის საქმეა. Остальное это уже работа Святого Духа. შეგიძლია უბრალოდ ღმერთს ერთი სთხოვა? Да просто можешь одного просить у Бога. როგორც იესოს სთხოვდნენ მოწაფეები? Как ученики просили Иисуса. Упало масставле лоцва. Господи, научи меня молиться. Упало масставле лоцва. Господи, научи меня молиться. Რომ შენთან ურთიერთობა ისეთი მომხიბლელი იყოს. Чтобы взаимоотношения с тобой были такими восхитительными. Ара марто чемთვის, арамед ჩემი შენთან ურთიერთობით სხვების რო იხიბლებოდეს ისე. Не только для меня, но также чтобы моими отношениями с тобой могли восхищаться и другие. შენი ღმერთთან ურთიერთობა შეიძლება იყოს ისეთი ახლო, რომ სხვები შენი შემხედვარე ინდომებდნენ ლოცვას და ღმერთთან ურთიერთობას. Твои отношения с Богом могут быть настолько близкими, что видящие и смотрящие на тебя также возжелают этих отношений с Богом. ადამიანს უჭირს ღმერთთან სიახლოვე საერთოდ. Человеку вообще сложно приближаться к Богу. Ერთ-ერთი რაც ხელი შემშლელი ეს არის სიამაყე. И одно, что мешает это есть гордость. Если ты его ассоции пировнеба Библияში ნეემანი. Вот это был такой человек, персонаж Библии это не Иман. რომელიც იყო
хедар мтавари. Военачальник. Ძალიან მდიდარი კაცი. Очень богатый человек. Мас эморчилебоდნენ атасები. Ему подчинялись тысячи. Мас ქვეყანაში სიტყვა ეთქმოდა. Сказал бы он стране слово. Маграм кетри даовад да ერთდღეს. Но вот он поражен был проказой в один день. Да родесац гаигоро гмертис каци арсебобда израильში მივიდა მასთან საჩუქრებით. И узнав о том, что есть человек Божий в Израиле, приходит к нему с подарками. Ром тависи пасухи миего да ганкурнебулиго. Чтобы получить свой ответ и быть исцеленным. Да история асетия, ро цинасарметгели арцки гамовида ми шесахведрат мсахури гаушва. А история такова, пророк даже не вышел на встречу, а послал слугу своего. Швидер чакуинтосо Иорданеши да ганикурнева. О, 7 раз окунется в Иордан и исцелится. Из мистис ситва ერთი იყო დამდაბლდი ნეიმან. Для него было одно слово: смирись, Нейман. Მაგრამ მიცითიმ პასუხი რა იყო? Но знаешь, каким был ответ? Рития დაკავებული ეს კაცი რო ჩემ შესახვედრათაც არ გამოვიდაო. Чем занят этот человек, что даже не вышел на встречу со мной? И мис ღირსებას შეეხო ის რო პირადად მე მინდოდა რომ წემს პირადად ელოცა და ვინ გამომიგზავნა ვიღაცას გადამაბარა. Это затронуло его достоинство. Я хотел, чтобы пастор лично за меня помолился. Это кому он поручил, кого он ко мне послал? Там ჩვენთანო სირიაში უფრო სუფთა მდინარეებია. А при этом еще у нас в Сирии реки намного чище. ვინც იყავით ისრაელში ტურში გახსოვთ იორდანე ისეთი ჭუჭყიანია. Эти, которые были в туре по Израилю. ისეთი მღურიე წყალი მოდის. Вы знаете, что в Иордане такая грязная вода, грязная. Тквариски супта, мне мгони. Даже наша курачище. Кац претензия гаучнда. И вот претензия у человека. У про суптам динареби Сирияში არ მქონდა, акро Йорданеში არ ჩამოყვინთონ. У меня что в Сирии более чище рек не было, чтобы мне тут окунаться в этом Иордане. Из адамიანებს აქ თავიანთი წინასწარ დაგეგმილი პროგრამა. Про ეკლესიაში რომ მივიდა, აი ეს მომექცევია, აი ეს чем საჭიროებას რო გაიგებენ ალბათ აი ესე შეწუხდებიან აი ესე გამოავლენენ ყურადღებას и у людей есть свои заранее постановленные программы запланированные когда приду в церковь и когда ვიღაც ფიქრობს то наверное вот так и вот так поступят მე ისეთი ნიჭიერი ტალანტი მოვედი აქ ეგრევე სცენაზე ამიყვანენ ალბათ я такой дар талант пришёл сюда сразу меня на сцену поставят наверное ой თქვენთან მინდა ვიყო я хочу быть с вами ერთხელ ორჯერ მოვიდა და მესამე თაღარა ჩანს რატომ пришёл в третий раз не видно знаешь билет არ მოექცნენ იმიტომ რომ სცენაზე რა იყვნენ то тепло с ним не поступили это подразумевается что на сцену не подняли შვიდგერ ჩაყვინთეო ერთხელ რო ჩაყვინთე ეგ არაფერ შეშველის семь раз окунись один раз окунулся это не поможет იქ სადაც მიდიხარ უნდა ჩაყვინთო უნდა მოერგო უნდა ჩაეფლო и каури мдгомареоби туда куда приходишь туда нужно окунуться нужно погрузиться пропитаться атмосферой той да адамიანები ღმერთთან სიახლოვეს ეძებენ მაგრამ აი ეს თავიანთ დაგეგმილი თუ წარმოსახვითი молодინებით гаурбиан гмерцац мсахуребасац ეკლესიასაც и люди ищут близости с богом но при этом по своим запланированным представлениям и воображениям затем они вот так и убегают от бога от церкви от окей рандерджел чакуинте рандерджел садер чаплуликави сакмеши сколько раз ты вообще окунулся сколько раз постарался погрузиться в дело ertkhel orje samje 3 shvidjero 7 раз is roca daemorchila eskatsi это знаешь когда покорился, подчинился этот человек. Санам амбохებაში იყო, ვერაფერი ვერ მიიღო. До тех пор, пока он был в бунте, санам габразда, ганацენდა. ვერაფერი ვერ მიიღო. Пока он был в раздражении, обиде, ничего. Мотрял да укан მიდიოდა და მსახურმა უთხრა. Он повернулся, возвращался назад уже, и вот слуга говорит ему: "Роетхова, დიდი ფული შეცირავ, ხო შეცირავდი?" А если бы тот сказал тебе: "Пожертвуй большие деньги, ты бы пожертвовал?" Радგმა უნდა შენთვის პრობლემა არ იყო ის დიდი ფული, ამოიღებდი, შეცირავდი. Конечно же, для тебя не было бы этой проблемы, это бы взял эти большие деньги и отдал их, пожертвовал. Роетхова, ბევრი რა მატერიალური ხო გაიღებდი? Если бы он потребовал очень многое материальное, ты же бы отдал. Маграм Райго магистана, моди чади. Ну что ж, такого, ну давай, спустись. Дам дабльди. Смирись. Чаепали швидже. Семь раз окунись. Да изит.
Первый арапери, меоре. Им чучрян сказали, я руиси, рогор ганикур на маграм. Я вообще не знаю, как он исцелился, но. Арапери арамбопс, рогор Ничего не говорит, что исцелишься. Исеро, койлапери, шейлеба идеалура тарчандес, шени сакмис гамосоре бисатуис. Так что, может быть, все так идеально не выглядит для исправления дела твоего. Да, и с методы бисрахат савазовен холме маграм. И предлагаемые методы в том числе, но. Отхи, хути, араперия, и севкетрование, эпси, шведи. Шестой раз, седьмой. Да, мешвиде труамовида. И когда седьмой раз он вышел из воды. Миси схеулисканио ико баушуитон. Кожа его тела была как у младенца, как у ребенка. Моменталурат ганкурнеба мохда. Моментальное исцеление произошло. Из адамианепс чирдебат зогджер моишорон тавианти ампартавнобам. И порой людям нужно удалить свою гордость. Да убрал дам даблдне. И просто смириться. Чаеплон дгомаре убаши. Чаеплон эклесиаши. Погрузиться в церковь. И даже в молитву. Лидерам сатски учир, эклесиаши. Лоцуаши чаплоба. Даже лидерам в церкви сложновато погружаться в молитву. Лоцу издрос рои лоцон машинацки. Чтобы даже во время молитвы молиться, даже тогда. Ата сакмезе фикри да лапараки урчевният зогджер. Порой предпочтительнее о тысячи делах говорить и думать. Неймани сиямаке ико дамсхреули. Гордость Неймана была разбита, сокрушена. Исро пирадат хундода шехведра. И то, что он хотел личной встречи. Ро пирадат муэшу шебинат, миси цхлулеби да садкиварин. Чтобы лично, непосредственно его язва, его боль, они были исцелены, утолены. Маграм роца дам даблда ганкурнебац мовидам исхоребаши. Однако, когда он смирился, тогда исцеление произошло в его жизни. Роца упал суахлодебит, сулиц миндас, михав садамияни, уртиертобаши, такванис цемаши. Когда мы приближаемся к Господу, Дух Святой ведет человека в отношения, в поклонение. И лоцу издро стаулоб садамияни, лоцу аздах, Хедаус рогор нене латакуанисце масицкебс гмертисас. Во время молитвы человек учится молиться, и он видит, как потихонечку начинает учиться поклоняться. Ай роца такуанисце маши шедис адамияни машин цхуэц титон. Ан дарчеба такуанисце малат, ан мусачуэнеблат илоцепс. И когда уже входит в поклонение, человек тогда и решает, либо он останется поклонником, либо на показуху будет молиться. Мы арвамбо про майнда майс дамина хетров лоцулоб. Я не говорю о том, чтобы это говорило. Вот заметьте меня, я молюсь. Маграм формалури хдеба из лоцва, убралот автоматзе лоцулопс. Но эта молитва просто становится формальной, автоматической. Да арапери ардевс им лоцваши. И в этой молитве в нее ничего не вложено. Так он из цемаши агар гадацкуита сасуликон. Потому что не решился пойти в поклонение, не решил. Из беври... Ставлебарис, идеебиари, лоцвазе, мравалин. Очень множество, много учений и идей о молитве. Роца адамьяне биамомен, тавария гмертиро дагелапаракос, ганицминдо да су ганцменда зияк, акценти да болоцертили ганцменда арис. Когда люди говорят, главное, чтобы Бог приблизился к тебе, главное освящение, у них акценты, точка на освящении. Рамдени царунда ицминдо, тави верга ицминдеби сакме исарис. Но вот в чем дело, сколько бы ты ни очищался, ни освящался, никак не получится. Адамьяне ковельтис унда цминда вдебодес, раткмаунда. Конечно же, человек постоянно должен освящаться. Маграм тавари исари адамьян такуани семаши тушедис да гмерц уахлодеба ганцменда автоматурат хдеба миси. Но главное в том, что когда человек приближается к Богу и входит в поклонение, тогда и происходит его освящение автоматически. Ама сам Бог да Иоанне роца арис мозиареобау миси зис Иесу Христос исхлик цменцо, чуани цодинан, арски гигиаребия шейлеба маграм. Роца сулиц минда шегехо, Ис шехос, шен шинаганс, да, рагаца чуэвэби цавида, рагаца мидрекилебеби мокшорда. Об этом Иоанн и говорил, что когда мы имеем общение, тогда мы и очищаемся. Возможно, ты даже и не исповедовался, но Дух Святой касается тебя, внутри тебя, и ты видишь, что что-то удаляется, какие-то привычки, какие-то склонности. Амитом нишнелуанья рулоцис дрос мохдес контакты. Поэтому важно во время молитвы, чтобы произошел... Подсоединение, контакт, восстановление связи. Да роца арис каушири, машин арис зала. Тогда есть сила. Иоаннес 15 орши асецерия. В Иоанна 15 главе 2 стихе написано так. Овел унакополерц чемши из муашорепс да овел накопьерски ганцменц рата мети накопи гамоигос. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода.
იწება მკაცრად, მაგრამ სასიკეთოდ. Это значит начинается строго, но во благо. Ყველა უნაყოფო ლერწ ჩემშიო. Всякую ветвь у меня бесплодную. ქრისტეში თორმე არიან ითვლებიან ქრისტეში, მაგრამ უნაყოფოები. Оказывается, есть, которые считаются, что во Христе, но бесплодные. რომლებიც არ ზიან იმ წყალზე არ უერთდებიან ვას. Которые не воссоединены с лозой. Маграм არიან ისინი, რომლებიც უერთდებიან. Но есть воссоединённые. Мизган იღებენ ყველაფერს. И они всё потребляют. იკვებებიან იმ წვენით. И питаются этим соком. Ан ყველაფერი ლოცვით იწყება. Или всё начинается молитвой. Ан დანერგილია ადამიანი, შეერთებულია, ან არ არის შეერთებული. Или человек насаждён, подсоединён или нет? Ан აქვს კონტაქტი, კავშირი, ან არ აქვს? Или есть контакты, связь, либо их нет? Маграм ვისაც კონტაქტი აქვს, ასეთებს. Но у кого есть контакт вот у таких? Из ганцменцо. Или так вы их он очистит. Шени сакми არ არის ганцменди დაკავება. И вот это заниматься занятость вот этой обрезкой или очищением твоего тела. Гмертанутьертоба цменс адамианс. Отношения, взаимоотношения с Богом освящают, очищают. Гмерти ситуаши дарчена да гмертис цинаше тақванисцем адамианс. Цменс сусхофазаши гадақавс адамяни. Прибывать в слове Господнем, пребывать в Боге, поклонение это его освещает и переводит совершенно другую фазу. Исаречидавеба тавиставс убралот мастан шехебам рагац муахдина мис шинаганши. И это уже не битва с собой, а прикосновение с ним произвело что-то внутри. Гмертис небар шейлеба ყოველთვის Шакрат цармоидгино, ро ყველაფერი ткбили модис мизган. Нельзя Божью волю всегда представлять как сахар, знаешь, всё сладкое от него. Гмерти кетилия да срулқофилат кетилия. Да Бог добр, совершенно добр. Маграм из гасхула сасикетот аргечвенеба да мткиунеулия зогджер рагацеებს ро могашорებს. И вот эта обрезка, она тебе как бы во благо, не кажется, что во благо, ведь больно, когда что-то от тебя удаляют. Рагацеების гашვება ჩვენი ცხოვრებიდან ჩვენ თვითონ გვიძნელდება. И нам самим трудно, сложно что-то из жизни своей отпускать. Ის რაც გვпарავს სიцоცხლეს, გვпарავს ناقოფიერობას, ის გვეთკბის და იმიტომ არის ჩვენზე და ჩვენში. Но это то, что крадёт нашу жизнь из бесплодия, однако нам сладко от этого, потому что это в нас. ჩვენი ძალებით ვერ უშვებთ, მაგრამ როცა ღმერთი ეხება ჩვენს გულს. И мы своими силами не можем это отпустить, но когда Бог касается наших сердец. Машин ისე გсхлаус. И опять тогда обрезка. შეიძლება სადღაც მткиვნეულია. И где-то может быть больно. მაგრამ адვილია. Но легко. Маграм не бдеби. Но сдаёшься. Хелидан ушёб. Но отпускаешь. Имитор роца масехеби. Потому что когда к нему прикасаешься. Худеби ром укетесия гаушва. Ты понимаешь, что это лучше отпустить. Шени накопиеробисату. Ради твоей плодовитости. Имисатис роцховребаши накопи моитан. Ради того, чтобы в твоей жизни тебе принести плод. Исеро шени гагебар гмерти ро кетелия унда стори игос. Так что твоё понимание о Боге, что он добр, должно быть правильным. И Нейман гмертма гасхала. Ты же вот так и обрезал Неймана Бог. Рития дакавебули цинасарметқველი როარ გამოდის. Чем же этот пророк занят, что он не выходит? Из хшират არის ეს პრობლემა. И зачастую существует эта проблема. Ро лидери армиесалма ვიღაცას ეკლესიაში მოსulis დროს და სამი კვირა დეპრესიაშია ეკლესიაში მოსულა აღარ უნდა. გამარჯობა არ მითხრაო. Что лидер кого-то не поприветствовал пришедшего в церковь, и вот этот пришедший уже 3 недели в депрессии. Как он? Рату армомесалма. Здравствуй, не сказал. Почему он меня не поприветствовал? Иса Иесом თქვა, როცა წახვალთო წინასარმეთყველური სიტყვით. Знаешь, Иисус сказал, когда вы пойдете с пророческим словом, Аравис мисалмото гзат. Никого не приветствуйте по дороге. Исеру армисалмебазе упро церия, видре мисалмебазе, да, исеру ногабразе. Так что, у неприветствии написано больше, чем у приветствии, так что. Роца илла паракевс, мере шейлива мусалмеба. А когда уже будет говорить, тогда можно и поприветствовать. Хумро, братка маунда, маграм, койла хумро баши яри чешмари деба. Но в каждой шутке есть доля правды. Иоаннес 15:3-4 შემდეგი მუხლები. Следующие стихи Иоанна 15 глава 3. თქვენ უკვე განიწმინდეთ იმ სიტყვით, მე რომ გელაპარაკეთ. დარჩით ჩემში, მე კი თქვენში, როგორც ლერწი ვერ მოისხავს ნაყოფს თავისით, თუ ვაზი არ დარჩა, ასევე თქვენს თუ არ დარჩებით ჩემში. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Огород
ადამიანი რჩება იესოში. Смотри, человек пребывает в Иисусе. Мис ситуаში, მასთან ურთიერთობაში. В отношениях с ним. Мис განიკვებება და ეს შეხება. И это прикосновение. მასთან კონტაქტი წმენს, ის სიტყვა, რომელსაც კითხულობს და ისმენს მისგან. Очищает то слово, которое слышит от него и читает. Им სიტყვითო განიწმინდეთო, მე რო გელაპარაკეთ. Вы очищены тем словом, которое я говорил к вам. Да зуста ту чемში რჩები და მე თქვენში. И вот именно если вы пребываете во мне, я в вас. Როგორც ვერ მოიტანსო ლერწი ناقობს თავისით, თუ ვაზზე არ დარჩა, ასევე თქვენც თუ არ დარჩებით ჩემში. Как ветвь не может принести плода, принести, если не остаётся на лозе, так и вы, если не пребудете во мне. Унаყოფობა შეიძლება შევნიშნოთ ეკლესიაში, ქრისტიანობაში. Мы можем отметить бесплодие в жизни, в церкви, в христианстве. Ერთი მიზეზით. По одной причине. Ман თქვა, თუ ჩემში არ დარჩებით, შეუძლებელია ناقოფის მოტანა. Он сказал: "Если вы не останетесь, не прибудете во мне, невозможно принести плод". Ту контакти არ აღდგა ქრისტიანებსა და ქრისტეს შორის. Если не восстановится контакт христиан и Христа, ту шехеба არ მოხდა და шехеба არ იქნა. Если не произошло и если не будет прикосновения, ناقოფიერება არ იქნება ეკლესიისა. То не будет плодоносности, плодовитости. Да мешვიდე мухли. И седьмой стих. Ту чемში დარჩები და ჩემი ნათქვამი თქვენში დარჩება, ითხოვეთ რაც რასაც ისურვებთ და გექნებათ. И если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Упирелесат ეძიეცას ფეველიცათა და მის სიმართლე. Ищите прежде всего царствие Божие и правды его. Да, ყველაფერი. И всё остальное. Шегематებათო. Приложится. Ту чемში დარჩები და ჩემი ნათქვამი თქვენში დარჩება. Если вы прибудете во мне и слова мои сказанные мною в вас. Ано პირველი და უპირველესი თუ აეს იქნება საზრუნავი ჩვენი რომ მასთან ურთიერთობაში დავრჩეთ. Или если же первым наипервейшим будет заботой нашей то, чтобы пребывать, оставаться в нём? Ро არ დავთანხმდეთ უბრალოდ ფორმალურ ქრისტიანობას. Чтобы не соглашаться просто с формальным христианством. Თუ ჩვენი სურვილი იქნება, რომ იყოს რეალური კავშირი, რეალური შეხება ღმერთთან. Если нашим желанием будет то, чтобы был реальная связь, реальное соприкосновение с Богом. Машин, რასაც არ ითხოვთო და რასაც არ ისურვებთ гекнеба. Тогда чего не пожелаете и не попросите, будет вам. Раз отцарисуруем. Чего не пожелаете? Маграм раткмаунда сасикудилос араперс исуруем. Но, конечно же, смертоносного ничего ты не пожелаешь. Имиторо винц машширчеба. Потому что пребывающий в нём. Висац мастан шехебакс. У кого есть соприкосновение и с ним? Исицминдеба уцилебла. Он обязательно очищается. Висшия церчеба миси ситхоби да мас контакти აქვს უფალთან. В ком пребывают его слова, и у него, у кого есть контакт с Господом. Კიდევ ამბობ, ღმერთთან შეხება ანთავისუფლებს арасторы чуевებისაგან. Я ещё раз говорю, соприкосновение с Богом освобождает от неправильных привычек. Из монаниების შემდეგ რამდენი რამ შევამჩინე, რომ აღარ ვაკეთებდი. Знаешь, после покаяния сколько всего я заметил, чего уже не делал. აღარ ვბილც სიტყვაობდი. Не сквернословил. Да беврамес არ ვაკეთებდი, არა იმიტომ, რომ ცდილობდი არ გამეკეთებინა. И многое что не делал, не потому что я старался, пытался так не делать. Убрало чеми თავი დაიჭირე, რომ აღარ ვაკეთებდი და აღარ გამოდიოდა ეს ყველაფერი ჩემი გულიდან. А я просто ловил себя на том, что я уже этого не делал. Это не исходило из моего сердца. Адамიანი თავისუფლდება ღმერთთან შეხებით. Человек он освобождается от прикосновения. Амитом миси სურვილებიც სხვანაირია. Потому его желания они уже иные. Амитом წერია თუ ჩემში დარჩები და ჩემი სიტყვები შენში სურვილები ღმერთის ნების შესაბამისი გახდება შენ ცხოვრებაში. Потому и написано, если ты пребываешь во мне и слова мои в тебе, тогда и желания твои станут соответственными воле Божьей. Да, უფალი ამბობს, აი машин რას გინდა ისურვე და შენი იქნება. И Господь говорит: вот тогда что хочешь, желай и будет твоим. Вин სულიწმინდისგან არის ფორმირებული, შეუძლია ყველაფერი მიიღოს ღმერთისგან. Сформированный духом святым может всё получить от Бога. Амин. Амин. ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია იყოს ერთგული. Важно, თავდაბალი და ერთგული. Был смиренный и верный. Ром მიიღოს ის რაც ღმერთი ეუბნება. Дабы получить то, что Бог говорит ему. Да იყოს ღმერთის ერთგული ყველაფერში. И быть верным Богу во всём.
Ez dico erti gmertis katsi Oral Robertsi. Вы знаете, был человек Божий Орел Робертс. Რომელმაც განკურნების მსახურება დაიწყო 40-იან წლებში ამერიკაში. Который в 40-х годах начал служение исцеления в Америке. Дид Карвебში მქონდა მსახურებები 60-იანზე 65-იანებში. В 60-х, 65-м годах у него были служения в больших палатках. Да. თავისი გარდაცვალების შემდეგ ერთი დიდი ქალაქი რაიონი დატოვა მთელი აშენებული ბიბლიური ინსტიტუტებით და სხვადასხვა მსახურებებით. И после своей смерти он уже оставил целый такой как район, городок, в котором было множество институтов. Да, и сам бовда дедачеви მეუნებოდაო. И он говорил: "Мама моя говорила мне". Шило, რაც არ უნდა ხდებოდესო, ყოველთვისო ღმერთის ერთგული დარჩიო. Сынок, что бы ни творилось, всегда оставайся верным Богу. Да и сам бовс ბევრი შეცდომა დაუშვი ცხოვრებაში, მაგრამ ერთი შემიძლია თქვა, რომ მისი ერთგული ყოველთვის დავრჩება. Ион говорит: "Я много ошибок допустил в жизни, но одно могу сказать: Богу верным я остался". Гмерти ასაჩუქრებს ერთგულებს. И верных Бог вознаграждает. ბიბლიაში წერია ერთგულის თავზე მრავალი კურთხევა. В Библии сказано, что на голове верного много благословений. Да მნიშვნელოვანია ადამიანი ღმერთის ერთგული იყოს. Это так важно, чтобы человек был верен Богу. არის ღმერთის ერთგულება და არის რაღაც ეკლესიური გადმოცემების ერთგულებაც. Есть верность Богу, Божья, а есть верность церковным преданиям. რაღაც ეკლესიური პოლიტიკის ერთგულება. Или же верность какой-то церковной политики. Ის პეტრე მოციქული ერთხელ ლოცულობდა. Вы знаете, а то, что апостол Петр молился. Да, ხედავს ჩვენებას მოშივდა და სანამ საჭმელს გაუკეთებდნენ ლოცულობს. Проголодался, вот прежде чем ему сделают обед, он молится. Кшия и лоцео. Голоден, молись. Да лоцулобс да уцеп ხედავს супра чамодис зацидан. Молится, и вот видит полотно накрыты как накрытый стол. Спускается с небес. А мошиебулкац азреби 1000 აქვს ნეტარა საჭმელებია. У этого голодного мужчины тысячи мыслей, что ж там за блюдо? Да роца супра დაინახა. И когда он увидел это? Иго момзадебули 1000 ქვეწარმავალი. Это эти блюда были, знаешь, приготовлены из множества присмыкающихся, тысячи. Повар чинели иго этого. Повар видно был китаец. Да. ყველა უძმინდური ცხოველი მომზადებულია. Все нечистые животные приготовлены. Да упалеуне дакаличамео. Это сколько закали ешь? Манитис ро упалия. А он знает, что это Господь. Да и у него ара упало. И говорит: "Господи, нет". Ара пери уцминдуре пирши арчамсулия. Ничего нечистого не входило в уста мои. Гмерц уарсеунеба, манитис ро гмерти янахებს ამ ყველას. Он отказывает Богу, он знает, что всё это показывает ему Бог. Ара упало, именно რომ ჩვენი გადმოცემები, ჩვენი ტრადიცია ამბობს, რომ ეს ცხოველები არ იჭმევა. Господи, нет, потому что наше предание, наша традиция говорит, что это не ешь. Ну შეიძლება курдღელი და горიც იყო, არ ვიცი, არც მაგას არ აჭამენ. Ну, может быть, там заяц был и свинья была, но не знаю, они этого не ели. Ганмеорда კიდევ. Повторилось дважды. კიდევ განმეორდა მესამე. И опять трижды. Да боло-боло михуда Давида მას მის გულამდე რომ უნდა დაემორჩილონ. И в конце он понял и дошло до его сердца, что ему нужно подчиниться. Да როცა წაყვა ის თავს იმართლებს თუ თავის პოზიციას ანახებს, რატო დაარღვია ის პოლიტიკა? И вот когда он пошёл с этими людьми, он потом уже показывает, как бы оправдывается, почему нарушил эту политику. Амбобс მე ჯერ კიდევ ლაპარაკობდი. Он говорит: "Я ещё говорил". Гмерти ржули, хели аравизе да мисхаус. Что Божий закон, что ни на кого руку не Монаниების ლოცვაც კი არ მithkmevinebia. Не возложил ни на кого рук, даже молитву покаяния не произнес. Ჯერ კიდევ ლაპარაკობდი ამ სიტყვებს. Я ещё только говорил эти слова. Როცა სულიც მინდა გადმოვიდაო მათზე. Когда Дух Святой сошёл на них. Да მოინათლენო სულიც მინით ისე როგორც ჩვენ. И они крестились Духом Святым, как и мы. მე араფერ შუაში არ ვიყავი, უბრალოდ თუფალს დავემორჩილე. Я вообще был ни при чём, я только подчинился Господу. И зогджер гония, რომ ღმერთი თავის თავს ეწინააღმდეგება. И порой кажется, как будто Бог сам себе противоречит. Именно რომ ზედაპირულად უқуრებს, რადგან ებრაელ საკრძალული ქონდა იმ ყველაფრის ჭამა. Потому что мы смотрим поверхностно по той причине, что евреям было запрещено всё это есть. ღმერთი კიდე უნევა დაკალიჭამე. А Бог говорит: "Закали и ешь".
თურმე წარმართებზე უნებოდა. Оказывается, он говорил ему это язычника. Არა ებრაელებზე უნებოდა. Не евреях. Მიიღე, იმიტომ რომ ვინც მე გავწმინდე, ну чатули уцминдура. Прими их, потому что кого я очистил, не почитай нечистыми. ვინც მე გავწმინდე, ну чатули уцминдура. Кого я очистил, не посчитай их нечистыми. Рато сазгурав шен, ვინ არის განწმენდილი და ვინ არა? Почему ты ограничиваешь или определяешь, кто чист, а кто нет? Иесо ყველასთვის მოკვდა და ყველას ცოდები გაწმენდილია. Иисус умер за всех и грехи всех очищенные. Напатиებია. Прощены. Убрало царицие на ცოდებში კვდებიან. Просто они не знают, потому и живут в грехах. Არ მიუღიათ ის, რაც მოხდა მათთვის. Они не приняли то, что ради них произошло. Иоанне 15-ის 16-17. Иоанна 15:16-17. Шенунда айрчиро, даемурчило, упалс да иго миси ердгули. Ты должен избрать подчиняться Господу и быть ему верным. Иоанне 15:16-17 мухли. Ткен ара гирчеви варт, арамед миагирчиет да дагадгинет. Рата цахвидет да наყოფი გამოიღოთ და თქვენი наყოფი დარჩეს. Рата расაც კი სთხოვთ мамаს ჩემი სახელით, მან მოგცეთ თქვენ. Амит амас гидет цნებათ რომ გიყვარდეთ ერთმანეთი. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Первая часть говорит об избранности. Ром манагвирчия. Что Он нас избрал. Мандагуадгина. Он нас поставил. Меоринацили лапаракопс лоцуазем. Вторая часть говорит о молитве. Ром адамиани унда лоцулобдес да наყოფი მოქონდეს. Что человек должен молиться и приносить плод. Наყოფიერობაზე და მესამე სიყვარულზე. О плодовитости и третья о любви. Чеулоба лоцва да сиқварули ес шენი ცხოვრება უნდა იყოს. Избранность, молитва и любовь это должно быть твоей жизнью. Наყოფი მოიტანო. Принести плод. Ра არის наყოფი. А что есть плод? Ეს არის მასში დარჩე. Это пребывать в нём. Ситквит განიწმინდო. Очищаться словом. Ситквам უნდა გაგწმინდოს. Слово должно очищать тебя. Ситквам უნდა შეგცვალო. Слово должно изменять тебя. Маши дарче да наყოფი მოიტანო. Пребываешь в нём и принесёшь плод. Да ту айм дгомареубаში дарчеби, а ეს наყოფი დარჩება შენი. И если в этом положении ты останешься, этот плод твой будет пребывать. Мама гипасухებს лоцвазе. Тогда отец ответит тебе на молитву. Адамიანი რომელიც ирчевс дарче ситуаше человек который избирает оставаться в слове да гмертан уртиертобаше и в взаимоотношениях с богом библия амбопс ром ситуа антависуфлес библия говорит что слово освобождает цменс да антависуфлес да чешмари да тависуфали хдеба очищает и освобождает и истинно свободным становится ану тависуфлеба адзлевс адамянс имис уфлебас тависуфлебаше опна Свобода даёт право того или пребывания в свободе. Ром расац итховс хкондес мас. Право на то, чтобы что просит иметь. Тависуфлеба арнишнавс роца морцмуне шепробилобамде мидис роца рагаца унда да гинда ту ара минда да момеци. Свобода это не значит, когда человек, знаешь, как бы тут до одержимости доходит, хочешь не хочешь, дай мне. Эсарим дгомареоба роца Ицირო საჭიროა? Нет, это состояние, когда ты знаешь, что нужно. Ицირო ღმერთის ნება? Знаешь, что воля Божья. Да, ღმერთს უნდა რომ კონდეს. Бог хочет, чтобы ты იყო ამ ადამ ადგილას. Чтобы ты был в этом или этом месте. Шენი სურვილი ხო ის არის ღმერთს ნება შესრულდეს? А ведь твоё же желание, чтобы воля Божья исполнилась. Роца თავისუფალი ხარ ამ ყველაფრისგან, ამ მას თუ უნდა მეც მინდა. Данарчени гаакетос. От всего этого. Он хочет, и я хочу. Пусть делает остальное. Машинадвилие рогмертма гаакетос. Тогда это так легко, чтобы Бог сделал. Амитом адамян тависуфали унда იყოს рогмертма моитанос ყველაფერი მის ხოვრებაში. И вот человек должен быть свободным, чтобы Бог всё принёс в его жизнь. Тависуфали унда იყოს იმისგან, რომ სურდეს მეზობლის მანქანა. Свободным от того, чтобы желать соседскую машину. Итхове შენი მანქანა მეზობლის არ Ты проси свою машину, а не соседа. Арц мезоблис манкана кчирдеба, арц мезоблис сахли, арц мезоблис соли, арц мезоблис арафери. Тебе не соседская машина, ни дом, ни жена не нужны, и ничто другое. Шен шени унда кондес полафери. У тебя все твое должно быть. Амитом шени и тхове. Поэтому проси своего. Шерогоригинда. То, какой ты хочешь. Шенрагинда. Чего ты
хочешь? Моглет. Миагирчет, рата цахуидет, да накопи гамоиво. Я избрал вас, дабы вы шли и приносили плод. Рата цахуидет, да накопи гамоиво. Шли и приносили плод. Да раса царь итхов миро. И чего бы не попросили, получили. Рата цахуидет. Дабы вы пошли и шли. Роца гмертиамот, миагирчие. Когда Бог говорит, я тебя избрал. Рочем шидарче. Чтобы ты пребывал, оставался во мне. Шиго. Был во мне. Да цахуиде. И шел. Чем я набиша сасрулеблат? На исполнение моей воли. Адам я набиса сахснелат. Ко спасению людей. Чем я набиса сасрулеблат? Исполнять мою волю, совершать. Арве морчилеби, ты цитата том агмерц. Знаете, почему мы не подчиняемся Богу? Именно ро ара гугония, ро мар мзатавар, троцавиде. А потому что мы не думаем, что мы готовы идти. Дзиритада цакмис кетебас ицхевс ис, висац сджерас рахан манамирчия, шемидзлия. В основном дело начинает делать тот, кто верит, раз он меня избрал, Маграм, адамьянеби, аре морчилебиан, гмерц, аракетебен, беврамес, радгам пикробен, ром арариян мзад, ром гаакетон. Потому что думают, что не готовы, чтобы сделать. Да ту арариян мзад, арцитховен. А если не готовы, то и не просят. Има зерацитсиен, ром гаакетон. О том, о чем они знают, что они это делать должны. Мем джерару, ойла христиан из гульши гмерти лапаракопс, рагацис гаакетебас, вигацис цховребис, Шецулас. И я верю, что в жизнь каждого, в сердце каждого христианина Бог говорит о том, что он должен делать, о жизни кого-то. Маграм арвитхов да арвлоцулов, там ойла перзе. Но мы не просим, и мы не молимся обо всем этом. Рогамо гуивидес. Чтобы у нас получилось. Радган арвгония ро чен мзатвар да шагуидзлия. Потому что мы не думаем, что мы готовы и что мы можем. По той причине, что нет веры. А вера зарождается тогда, когда есть близость отношений. Вера не рождается без взаимоотношений с Богом. Я вас не утомил столькими мыслями. Рцмена и бадеба, роца овлишен злесехеби, шензгедзлева и мис... Вера рождается, когда ты соприкасаешься с всемогущим, и тогда и в тебе рождается то, что я могу. Когда есть контакт с Богом, тогда вера приходит в жизнь человека. Ты можешь сказать, я читаю контакт Библию, и у меня есть контакт. Но вопрос вот в чем, как ты ее читаешь? Рогор цигнс. Как книгу. Эс арарис цигни. Это не книга. Эс гмертиари ромелис лапаракос. Это Бог говорящий. Эс дацерили ситхобия гмертиса ромлис укан титон гмертидгас. Это записанные слова Бога, за которыми стоит сам Бог. Цоцхалат укуреп рогорц. Гмерти гелапаракеба ту убралот информациас китхулов. Ты смотришь живо и о том, что говорит тебе Бог, или просто читаешь информацию? Гмерти цигни арарис. Нет, Бог не книга. Цигн танурти ертоба, сачируа. Нужно отношение с книгой. Маграм гмерти цигни арарис. Но Бог не книга. Мастан цоцхали урти ертоба, сачируа. С ним нужны живые взаимоотношения. Шехеба, сачируа. Соприкосновение, прикосновение. Шертеба, сачируа. Присоединение, воссоединение. Ибо написано, воссоединяющийся с Господом есть один дух с ним. Да винцупалтан эртия, ойла периш гамо увада шезле. А единый с Господом, у него все получится, и он все сможет. Винцупалсуэртеба эсимаснишнавзро, турме шертеба шезазлебелия. Воссоединяющийся с Господом, это значит, что вот это подключение, воссоединение, оно возможно. Абрам, сигни аркония. У Авраама книги не было. Сигни Нисикид да дацерили канонебис ту цесебис мигма конда мас уртиертоба. Но у него были взаимоотношения переходящие, какие-то законы, постановления превосходящие.
Საერთოდ არაფერი ქონდა მას დაწერილი. У него вообще ничего записанного не было. Ისე ქონდა ცოცხალი ურთიერთობა. Но у него вот так были живые отношения. მას წიგნის რწმენა კი არ ქონდა, ვისაც ეხებოდა და ვისთანაც კავშირს ამყარებდა, იმის რწმენა ქონდა. У него вера не в книгу была, у него вера была в того, с кем он соприкасался и имел контакт. Да ту ехеба адамიანი ღმერთს. Если человек прикасается к Богу. Машин энтеба адамიანის გული. Тогда и сердце человеческое. Машин იბადება რწმენა და машин ხდება ადამიანი ყოვლის შემძლე, ესე რომ ვთქვა. Тогда рождается вера и человек становится на всё способный. Именно რომ მორწმუნესათვის ყველაფერი შესაძლებელია. Потому что для верующего всё возможно. გამოცხადების წიგნი აგებულია ძველი ахткмис тадзрис псахურების მიხედვით. Книга Откровения она выстроена в соответствии с ветхозаветным служением. Да გამოცხადების წიგნში წერია ასევე რომ მან ქმნა ჩვენ მღვდლებად უფლისინაშე. И также там написано, что он сделал нас священниками пред Богом. მღვდლის მოვალეობა კი ის არის, რომ კეთილსურნელება აფქვიოს ღმერთის წინაშე. А обязанность священника поднимать благоухание пред Богом приносить. Is it სურნელება არადის ცეცხლის გარეშე. А без огня этого благоухания оно не поднимется, не будет воскуриваться. Ту шени гули аранто уфалма. Если твоё сердце Господь не зажёг. Ту цецхли армовида гмертан шехебисас шенс гульши. Если от прикосновения с Богом не пришёл огонь в твоё сердце. Искетил сурнелеба арадис холме. Вот это благоухание, оно не. Арада адамян семчнева, роца гмерти ехева. Этот фимиам, а по человеку видно, когда Бог к нему прикасается. Искетил сурнелеба игрзноба мизган, именно что схванаири хдеба холме адамян. Это благоухание чувствуется от него, потому что этот человек становится совершенно другим. Амитом нишнелования, ро миси сули шехос ყველა ადამიანს, ყველა ქრისტიანს. Почему так важно, чтобы его дух коснулся всех христиан, всех людей? Имидор ту шехеба мохда цецхли мова, аентеба. Да ту аенто ауцилеблат. Искетил сурнелеба гмерти синаше икнеба агнелини. Потому что если произошло прикосновение, то обязательно придёт огонь. Пришёл огонь, он воспламенится и обязательно поднимет это благоухание. Да, что тема усис гзазе моцафепс Иесо даемгзавра да роца элапаракебода шемдег. Вы помните, подруги в Имаус, когда шли ученики, и вот Иисус присоединился к ним и говорил: "Ухснида дабадебидан гамоцхадебамди ара, албат малакиямде". И вот он объясняет им от бытия до Малахии. ყველა ფერს უყვებოდა. Он всё рассказывает. Да შემდეგ პური რო გატეხა გაქრა. И затем преломив хлеб исчезает. Моцафებიან როგორ ვერ ვიცანითო? А ученики говорят: "Как мы не узнали?" Гана арентебода ჩვენი გულები. Не горело ли сердце наше? Гана арентебода ჩვენი გულები, როცა გველაპარაკებოდაო. Ли сердце наше, когда он говорил с нами? Гульс აქვს ეს თვისება, მას შეუძლია ანთოს. У сердца есть это свойство, оно может гореть. Гмет შეუძლია ანთოს გულები. Бог может зажечь сердца. Да масурс ро ჩვენი გულები ენთებოდეს მის წინაშე. Он хочет, чтобы сердца наши горели перед ним. Зецис цецхли არ უნდა ჩამქრალიყო ტაძარში. В храме не должен гаснуть был огонь Божий. Амитом мудаменто уфлис ტაძარში წმინდაიში лампари. И потому в святом святых храме Господнем всегда горел свет. Библия амбос თქვენ ხართ ტაძარი სული წმინდისა. И Библия говорит: "Вы есть храм Святого Духа". Мудамунда энтос ჩვენს გულებში ის ზეციური ცეცხლი და ის კეთილსურნელება იფქვეოდეს. И всегда должен гореть этот огонь Божий небесный в нашем сердце, и вот это благоухание, этот фимиам подниматься пред Богом. Маграм роца амбов да იწებ ლოცვა ზოგჯერ мамао ჩვენო. Но когда ты говоришь и начинаешь молиться порой: "Отче наш". Убралт мимарта в масуце пешмаки модис да геунева. Просто обращаешься к нему, и вдруг приходит дьявол и говорит: "Репс лапараку. Что ты говоришь? Гмерца этот როგორ შეიძლება შენაირი უყვარდეს? Как вообще Бог такого как ты любить может? Да გავიწყდა როგორი ხარ? Ты вообще подзабыл какой ты? Библия мовс и сари цилисцамებელი ჩვენსა და ღმერთ შორის. Библия говорит, что он является клеветником между нами. Да, истинный винт схорцил мдгомареобаше арян небдебиан холме да агар ганагрзобен лоцвас. И находящиеся в плоском состоянии, они сдаются по этой причине и не продолжают молиться. Имиторо мисетеби ар арян ро ღმერთს მოაწონონ თავი, ასე ფიქრობენ. Потому что они думают так: "Я не такой, чтобы Богу понравиться". Если он ну да не бдеби, ну расудес тапони симаши. Но никогда не сдавайся в поклонении. Ну моус менешмакс. Не слушай дьявола.
Моухме упли сахелс дам тели зеца чему охолме мицазе. Призывай имя Господне, и тогда все небеса спустятся на землю. Да ауцилебла зеца тависана беч дато вообще сгульшин. И обязательно небеса отразятся в твоем сердце. Ашени пасе улобови да мидреки лебеви шейцлеба. И твои привычки, и твои наклонности они изменятся. Так иде верц да болос витвира ушли схелс. Шенс упалтан шертебас. Еще одно и последнее скажу, что мешает тебе в твоих взаимоотношениях с Господом. 1 Петра 3:9. Ну миагебт бороц борот исцил. Нурц ланзгуас ланзгу исцил. Пирикит. Акуртхет радган амиствис харт моцодебулни, рата куртхева да имкуидрот. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. И 11-12 стихи. Эридос бород сикете якетос мшуидобас эдзиебдес да мискен истраподес. Радган уплис туалеби. Мипробилия марталта мимарт. Хуребики мати ведребис мимарт. Холо мисис сахе. Бород мокмезаци наавнега. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Шейлеба гагланзо. Может быть, будет ругательство Шейлеба против тебя, судит коншензе. Скажут что-то плохое на тебе. Не по причине того, что ты плохое что-то сделал. Но под влиянием дьявола люди скажут нечто плохое на тебе. Ну не воздавай взаимно, да не будет этих мыслей в тебе. Наоборот, благословляй. Ту акуртхе по куртхева сдаим куидре. Памисту исхармок цодебули ро куртхева даим куидро. Если ты благословишь, то унаследуешь благословение, так как призван наследовать благословение. Десять адамьяни эридосо бород сикетиакетос мшуидобас эдзиебдес. И пусть такой человек уклоняется от зла, делает добро и ищет мир. Ара марто эдзиебдес мшуидобас истраподесо мискен. Не только ищет мира, но стремится к нему. Шеригебискен ану. Примирению, то есть. Радган. Так как. Радган. Так как, по той причине. Уплис туалеби мипробилия марталта мимарт. Очи Господа обращены к праведным. Хуребики мати ведребис мимарто. И уши его к молениям их. Гмерти ухуребс марталс. Бог смотрит на праведных, на таких людей. Рато ухуребс. А почему смотрит? Эрти раз да илла паракебс, раз мтхосрова усрулло. Интересно, что он сейчас проговорит? Что он попросит, чтобы я ему исполнил? Холо, миси сахе борот мокмедацина авдегари. Но лицо его против делающих зло. Ану морцмуне ромелит сдилоб самагиеру гадаихадос. Или верующий, который пытается злом ответить на зло взаимно. Из да уребс мицас. Он обозревает землю. Рата дайнахос. Чтобы увидеть. Дайнахос цецхли гульшин. Увидеть огонь в сердце. Ромели цантия. Который горит. Ромели цак уртхевс дам зата. Который благословляет и готов. Куртхевиц гада ухадос койлас. Воздавать всем благословениям. Имидро антебули каци убороток каци. Потому что пламенеющий пламенный человек, он безобидный. Антебули каци. Не злой, не злобивый. Арц дилопс. Самагирос гадахдас. Он не пытается ответить взаимно плохим. Меоре нешта тексмети цхрамобс телде да мицасадевнебс твалсупали. Второй припоминал 16:9 говорит: всю землю обозревает Господь. Рата ганамткицос да мхари да учирос мат винс мтели гулит мазия миндобилин. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Миси туалеби да уребсом тел дедамицас. И его глаза обозревают всю землю. Туалса девневс. Он наблюдает. Риствис. Для чего? Ром дайна хосвигат. Чтобы кого-то увидеть. Антебули ромелиц мтлиана дгмердзия миндобили. Пламенного, горячего, который полностью доверяет Господу. Тели гулит мазия миндобили. На него всем сердцем надеется. Роупали шецулис мдгомаре умас. Чтобы Господь, Он изменит это положение. Ки шейлеба миссина умдеграгаса сам амбубен. Да, может быть, что-то говорят против него. Маграм упали аконтролепс хойлапес. Но Господь контролирует все. Маницис роуплис туалеби да уребс мицас. И Он знает, что очи Господа обозревают землю. Чтобы утвердить твое положение. Рогангам ткицос шенс, шенс и мартлеши. Чтобы утвердить тебя в твоей правде. Дам хари да гичирос. И поддержать. Да, ицодеро, сачиру арари, ерцатьяни лоцва,
патара лоцуашиятски. И знаю, что нет необходимости в часовых молитвах, даже маленькая молитва. Бог слышит твою молитву, когда у тебя такое состояние. Роца гинда ром шейцуалус адамьянебис хоуреба. Когда ты хочешь, чтобы жизни людей изменились. Роца аргинда боротис цил бороти миягу. Когда ты не хочешь воздавать злом за зло. И чуэни лоцуэби. Вы знаете, наши молитвы. Ратом гад залиан мици урьяри. Почему-то очень земные. Да Библияში მონიშნულები გვაქვს ის ადგილები, რომელიც მიწაზე კარგად ცხოვრებას ეხება. И у нас подчеркнуты в Библии те места, которые касаются земной хорошей жизни. Да, раца мудмиобас ეხება იმაზე არავინ ნიშნავს ხოლმე და. А вот то, что вечности касается, никто это не подчеркивает. Рац ხალხის ხსნას და კეთილ დღეობას და მათ გადარჩენას ეხება, რატომ? То, что касается людей спасения, их благоденствия. Маграм ჩვენი ინტერესი უნდა იყოს ზეციური. Но наш интерес должен быть небесным. Колоселтам მესამე თავი და მორჩით. Колоссянам 3 глава и завершаем. Პირველი მეორე მუხლი. Первые два стиха. Амрига თუ ქრისტესთან ერთად აღზდექით. ეძიეთ მაღლა სადაც ქრისტეზის ღმერთის მარჯვნივ. ზეციერზე იფიქრეთ და არა მიწიერზეო. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном. Ту Христестан ერთად აღმდგარი ხარ. Если ты воскресешь со Христом? Да ту იწამე იესო ქრისტე შენთვის მკვდარი და შენთვის აღმდგარი, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ მასთან ერთად აღზდექი. Если ты уверовал в умершего и воскресшего Христа ради тебя, то это значит, что ты воскресший с ним. Აღდგომის დღე იმისთვის არ არის, ქრისტე აღზრდა ჭეშმარი და დაიძახო. Праздник Пасхи это не для того, чтобы Христос воскрес и в ответ сказать. Ეს შეხსენება იმისა, რომ შენც მასთან ერთად აღზდექი. Это напоминание того, что вместе с ним воскрес. ის აღზდგა მკვდრეთით. И ты, он воскрес из мёртвых. Да, შენც მასთან ერთად. И ты вместе с ним. აღმდგარი ხარ. Воскресший. შენი ცხოვრება სხვანაირია. Твоя жизнь она другая. Да, онда იყოს სხვანაირი. И она должна быть. Да, შესაძლებელია რომ სხვანაირი იყოს. И это возможно, чтобы она была. Амитом მიწიერზე ნუ ფიქრო. И потому не думай о земном. მიწიერი არ ახარ. Ты не земной. Ზეციერი ხარ და ზეციურზე იფიქრეო. И помышляй о горнем, а небесном. ზეციურ ინტერესებზე. О небесных интересах. ზეციურ ზრახვებზე, ზეციურ გეგმებზე. О небесных планах и замыслах. ის რაც ღმერთის ნება, ის რაც ღმერთს სურს. То, что есть воля Божья и то, чего желает Бог. Амазе იფიქრე. Думай об этом. Амен. Амен.